Всем добрый день. К нам сейчас придет Дашулька. У Алисы, видите, слезки, потому что ее только что обидела Маха. Алиса хотела свою кроватку застелить, а Маха там лежала. И что, она укусила или поцарапала? Царапала. Тут между пальцами. Между пальцами поцарапала. Обидела Маха девочку нашу. Ну все, вытирай слезки, сейчас же Дашенька придет. Где там Даша на шоколадку? Вчера так и не отдали. Бери. Как раз Алиса Даша отдаст шоколадку. Вчера ж так и не достучались. А она с молоком? Ну да. Ты тоже такую хочешь? Да. Ну папа в магазин поедет, я попрошу, чтобы тебе купил. Хорошо? Нет, я уже придумала идею. Как? Попрошу Дашу со мной поделиться. Ну это же подарок. Пусть лучше подарок ей будет. А тебе папа быстренько купит новый. Ну, можно, пожалуйста, мы со мной поделиться. Тебе прям так срочно хочется? А, да, ай. Ка-ай, слышите, читает на английском. Так. Это так, ка и ай читается вместе ки в этом случае. Киндер. Там написано киндер. Киндер чоколейт. Читает на английском. Чудо в перышках. Кто там? Даша. Иду, иду. Привет. Привет. Заскакивай. О, как ты вкусно пахнешь. Заходи. Алис, ты только Даше сразу не рассказывай, что тебе подарили. Пусть она угадает, да? Да, я ей покажу сначала свою шоколадку. Подарю. Да, это подари сначала. Алиса прибралась. Это я прибралась. Прибирала к твоему приходу, все игрушки собрала. Это тебе. Боже, солнышко, спасибо. А это тебе. У меня тоже для тебя подарок. Спасибо. Ух ты, это колечко? Да. Это ты сама сделала? Не, купила. Но оно само. Смотри, это кто-то из бисера сплел. Из бусинок таких маленьких, видишь? Большой. Идешь, много плетут. Плетут и эти. И всякое такое плетут, и кольца, и... Чувствую, и кто-то скоро увлечется бисероплетением. Я его много. Надо попробовать. Ну что, угадаешь, что Алисе вчера подарили? Не знаю даже, честно. А ну стой тут, сейчас мы с Алисой тебе покажем, стой тут. Сейчас Даше покажем. Разворачивайся. Давай, в комнату. Мне страшно. Не бойся. Железяки. Нет, не бойся, оно должно препятствие проходить. Да. Вот, молодец, поправочивай. Готова удивиться? Подожди. Что это? Подожди. Ого! Тихо-тихо, поворачивай. Поворачивай к Даше. Она учится пользоваться. Вау! Ой, не наедь на меня. Ого! Вставай, попробуешь. Ой, тихо. Вставай, попробуешь. Да ну. Вставай, вставай, оно легенько. Да оно до 70 килограмм, это для взрослых подходит даже. А как оно? Вот вставай ногами, просто на него двумя. Вставай сразу, сразу. Ой. Когда, не бойся, не бойся, он держит равновесие, становись. Даша, я тебе покажу, как он пользуется. Смотри, становишься двумя ногами. Вот. И потом просто, если ты нажимаешь вперед ручку, она едет вперед. Если нажимаешь назад, едет назад. Ручку, ручкой управляешь, видишь? Поворачивать. Давай, пробуй, не бойся. Вот, я тебе всю показала. Ручкой еще можно поворачивать. Кость, ты куда-то уходишь? Нет. Боже. Не бойся, становись на две ноги сразу. Страшно. Становись. Ты же видела, Алиска становится. И держи ручку двумя руками. Двумя. Даша, я тебе что-то скажу. Все, теперь чуть-чуть назад или вперед ее наклоняй, она будет ехать. Даша, я тебе что-то скажу. Даже Катя смогла покататься на такой штуке. Да, сейчас и Даша сможет. Ей просто попробовать надо. Ой. Не бойся, теперь назад отклоняй. Я тебе покажу. Спину, ручку назад. Я хоть поняла. Нет, да, для начала по чуть-чуть. Давай. Да, она поняла, доченька. Сейчас она натренируется.
Ага, и назад давай. Вот, видишь, уже проще. А теперь попробую повернуть. Повернуть? Да, просто ручку в бок. Смелее, сильнее. Да, вот так. Страшно, куда я еду? Нормально все. Он держит баланс сам, ты не упадешь. Все равно страшно. Не бойся. Тем более он рассчитан даже на таких, как Алиска. Ну, то есть это такой универсальный. И для маленьких, и для взрослых. Кстати, мне мама подарила. И сам поехал. Пледик, как моей Кате. И теперь у меня есть хоть и пледик, он там с пингвинчиком, как у Кати. Вау. Да, она и когда... Вот такие худи-пледики. Худиялка называется. Худиялка. Алиса, когда покупается, вечно в него зарывается. Где моё худиялка? Как это мило. Боже. Кто тут пришел отсыпаться? Батон. Где твоя Мира, Батош? Маха здесь, а Мира где? Ой. Не бойся, остановись. Смотри, как ноги нарисованы. Да, ты правильно становишься. Посмотри, как я только могу, когда что-то держусь, только так. Кстати, так страшно. Смотри. Только мошки можно стать. И поехала. Да, он, по идее, даже на бордюры должен заезжать, потому что у него большие колеса. Видишь? Видишь? Удобно в парк. Я думаю даже о том, чтобы купить второй со временем, чтобы два брать с собой в парк. Мы сможем, например, тебя с Алисой возить вдвоем, или, например, Катя там с Алисой. Ну, чтобы Алиса не одна каталась, а чтобы кто-то с ней. Потому что я же за ней не побегу, поедет куда-то далеко, знаешь. И будете вместе кататься. Дашенька. О, уехала. О, вот и Мира, да. Тут такое, у меня есть бафосик. Ну, она же уже, более-менее уже постарше стала, да? Алиска? Да, как-то постарше там. Да, уже соображай так хорошо. Вот. Думаю, ее брать гулять, вот тут, конечно, куда-то. Хотелось бы с ней прогуляться. Там. Прогуляться? Да. Ну, конечно, когда она еще постарше станет, где-то 8-9 лет примерно, может, еще чуть-чуть. Да не, я думаю, что можно, только знаешь, в чем проблема? Проблема в том, что, во-первых, сейчас погода не очень еще, а во-вторых, что война идет. Вот, из-за войны буду переживать. А так главное, чтобы где машины едут, там, за руку, и все. Только в этом проблема, больше никаких. Ну, о, папа чай сделал. Чуть-чуть подрастет, 8-9 лет. Слышишь, Даша Алису хочет брать гулять. Я ее скоро поеду. Ты думаешь? Если за руку. Оп, оп, вырастайка поехала. Вот это у тебя сильный, как он называется правильно. Это ж не гироскутер и не гироборд, как он правильно называется, если он с ручкой. Еще подрастет. А ну попробуй на ковер заехать, Алис. На ковер? Да, попробуй. Кстати, здесь даже фонарик есть. Да, есть фонарик. Может, это чтобы вечером кататься, чтобы было видно. О, как ты уже хорошо ездишь, молодец. Но это ковер, видишь, он с матрасом. А ты попробуй на тот заехать ковер для начала. Матрас. Ты прям на матрас хочешь заехать? Нет. Ой, на матрас заехала. Видишь, я же говорю, он эти преодолевает. Видишь, она заехала на более высокую поверхность. Пока он чистый, можно и по коврам ездить. Можно на улицу не выносили еще. Смотри, я покажу веду. Круто, да? Алис. Да ты уже натренировалась, давай. А еще, Даша, смотри, когда научишься, здесь есть три скорости. А вот это самая маленькая сейчас стоит. Ну, то есть быстро не поедешь, можно не бояться. А там есть программа в телефоне, можно поставить скорость гораздо выше. А. То есть, чтобы вообще гонять на нем можно. Ну, на некоторых таких штуках я видела и... ездят там, где машины, вот это все. Да. Ну, в парке лучше. Лучше в парке. Все, молодец. Научилась. Помню, я когда-то без вот этого. Даша, ты пока покатайся, а я пока покушаю, хорошо? Приятно. Давай. Может, будешь чаек? Смотри, папа и тебе налил. Садись. Не ехать. Чего? Вкусная запеканка. Садись, попейся, Лиза. Давай. Это же не еда, это считай десерт. Подожди, тут горячее, давай вот эту Алисе. Я помню, я когда-то еще, когда жила, ну, там этот жили, у моего друга была такая же штука, только без палочки, сам вот этот. Вот это тоже делается. Ты знаешь, снимается эта палка, надевается вот такая короткая, коленями зажимаешь и ездишь. Да, вот такая. Да, это переделывается в такую. Такая была этот, и все там по очереди. Ну, у нас было пару ребят. Некоторые ушли на площадку, некоторые этот.
остались с ним, все просили у него пробовать. Понятно. И некоторые человеки падали, очень много раз падали. Серьезно, поэтому боишься? Ну, может, у него не совсем да, такой... Да, я когда-то пробовала, у меня... Не, ну, я тебе честно скажу, тот, что ногами зажимать, он сложнее. Когда Алиса пробовала в магазине, у него не получалось, ну, тяжело было. А вот за ручку легче. Просто так там что... надо держать равновесие. Садись по печью, к Алисе, давай. Спасибо. Седай. Так. Она просто наверх лезет. О боже. Скалолазка. Это не кошка, это белка. Это белка, это не кошка. Точно, не кошка, а белка. Это сумасшедшая белка. Посмотрите на эту сумасшедшую белочку. Дала опять. Так, Беня, да. Смотрите, я всех научила. Алис, кушай, все, не болтай. Опять кто-то звонит. Вот же сосиски. Главное, пишут, извините, не блокируйте нас. И звонят. Смотри, какая Даша молодец, Алис. Уже вокруг вырастайки ездит. Да. А Мира там занимается. Да. Тоже молодец. Ой, я уже быстрее поехала, мамочки. Аж испугалась. А как это? Что это светится? Скоро будешь на третьей скорости гонять. Это подсветка светится. Ее, кстати, можно выключить. А как? Она для вечера. Ну, я знаю, как на мобилке, как здесь, я не знаю пока. Что, подавилась? Кушай давай. Ладно, не крути головой. Класс. Кушай. А просто интересно же. Смотри, Мира кольца тянет. Мируся занимается истерикой. Истерикой? А почему не гимнастикой? Истерикой, а не истерикой. О, вот Батуша спит на диване, я его только заметила. Мира, ты батона не видела? О, то смотри, да ты уже профи. Да не, я только вот так страшно. Как, если я даже на него вставать боюсь? Потому что тут ручка, понимаешь, с ручкой проще. Поэтому я и хотела с ручкой сначала. Опа. Видишь? Какая скорость. Даша, молодец. Спасибо. Молодец, Дашенька. А ну-ка, Алисочка. Не, Алисочка, не надо толкать, так же можно упасть. Я потихоньку буду. Все равно не надо. Не тем более он даже поломаться может от того, что ты толкаешь. Так, по чуть-чуть. Давай по чуть-чуть. Теперь можешь попробовать на кухню съездить. Ой, какая скорость. Ну да. Она там уже в лесе. Да, Алиса же с кухни выехала сюда к тебе. Так она в этот скорость. Алиска, кушай. Дядя Костя приедет. Не, дядя Костя уже ехал за Настей. А. Порожки он легко преодолевает тоже. О, боже, страшно. Что не бойся, не бойся. Не Лисочка, кушай, солнышко. Хорошо, мама. Кстати, на улице вроде не так и холодно. Кажется, я наелась. Ну да, там сегодня дождь. Не, давай доешь уже эту запеканку, несчастный кусочек, Алис. Он мне шарику тут висел, далеко. Она взяла шарик и куда-то его тащит, короче, в зубы взяла. У меня также в росте носит резинку. Прикол, я такой первый раз вижу. Взяла его в рот и потащила. Стри-стри ловит. Куда-то отнести его хочет. Ох и Мира. Когда война началась, хорошо? Через 3 недели будет год, Алис. Как началась война. Ой, хорошо. И началась война в Катином день рождения. Не, перед бабушкиным днем рождения. Перед бабушкиным днем рождения. Потом наступила Катя. Она поесть так, типа ногами. И потом, уже можно? Когда папа подарил машину, у Кати началась война, когда папа... Не успела Катя подарить машину. И она с тех пор живет без своей машины. А Катя на права сдавала? Потому что... Не сдавала. Началась война. А будет сдавать? И поэтому... Будет, но... Мы отменили Катю. Если что, водить Катя будет нашу машину. Новую мы ей не купим. И пока... Уже все.
Уже я с такими... хочу сдавать на право. Может, так совпадешь, вместе будем сдавать. А со скольки лет сейчас можно водить? Ну, да. По договоренности вроде 16 можно. Так ей 14 только будет исполняться. Куда тебе? Я имею в виду, когда это буду на права сдавать, в общем-то. А, ты имеешь в виду, что ты будешь сдавать года через полтора? Нет. Или через два? Или ты что, в 14 будешь сдавать? Не-не-не, в 14 же нельзя. Ну, так, а она прям сейчас уже. Она прям сейчас уже идет. Я не знаю. Я с ней иду тоже. Надеюсь. Я тоже хочу водить машину. Кате 20, Даша. Ну, я забываю. Кате 20, Насте 22 уже. А Даше будет 14. В этом месяце у Даши день рождения, Алис. Алис, представляешь, у Даши в этом месяце день рождения. Светофор загорелся, можешь ехать, светофор. Красный светофор. Вроде 14 будет, так придумали, что паспорт. Да, паспорт с 14 дают. Это уже давно так. Мира, угомонись. Сейчас порвет шарик. Смотрите на этих сестричек. Одна бабушке звонит, что с ней как не дозвониться. Теперь дедушке. Дедушка завтра должен приехать. Сказал, Даш, купит торт и приедет. У него же день рождения был. Ух ты. У тебя завтра день рождения, Даша, поздравляю. Не, у дедушки был. Даша еще не завтра. Даша в конце месяца. Привет, дедушка. Привет, Алиса. Дорогая моя. Хорошо. Поздравляю тебя с новым счастьем. Вот ко мне в гости Даша пришла. С ней лежу на коврике, помещать лежать. Он у меня только что вчера разрядился. Передавай дедушке привет. Здравствуйте, привет и вам тоже. Привет, Дашечка, привет, солнышко. Как ты там? Все хорошо. А вы как? Ты немножко приболела, вот это продолжение. Как это называется? Так, просто процедура. Нет, не слышишь сейчас. Но оно, надо, чтобы прошло. Но оно может передаться. Ну, я уже выздоравливаю, что скоро приеду. Я поняла. Дашенька, у тебя тут что-то в волосах убили. Я поняла, Дашенька. В волосах. Ой, Даша. Даша. Даш, тебе так не тяжело? Хорошо. Все, говори пока, дедушка. Пока, дедушка. Кто ты к нам пришел? Кто там? Это я. Надя. Надя. Обычки. Беги, обнимай, Алис. Привет. 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 А вот твоя Дашка. Ага, вижу. Дашка. Посмотри, какая у меня штука. Ничего себе. Я тебе покажу, зачем она. Зачем она? Не включена. Она выключена, Алис. Погоди, я сейчас включу. Ты уже научилась ездить? О. Да. Классно. Посмотри. Я на коврик еще могу заехать. Вообще супер. Ну это, кстати, Ля, Мируся к тебе. К тебе хочет. Даша на голову мне не выстрелит. Я ничего беди думал. Да? Мира. А ну дай Даша маме покажет, как она научилась. Ой, телефон. Лиска, ты чуть свой телефон не переехала. Давай Даша покажет Наде, как научилась. Подожди. А Даша, это пальцы не болят, Дашенька, не? Да она только села, все нормально. Да? Да. Не, да я просто когда не вижу, она все время все помнит. Я спрашиваю, пальцы не Ну, век такой компьютерный. Да. Класс. Даш, покажи. Вот это да. Да. Надя. Да-да. Алиска, убери свой телефончик с пола. А то на него... Да. Смотри, даже вот так вот. Мамочка, здесь мою. Даже вот так вот. Даже не мама, я просто придерживалась. Мама, да, посмотри, кто за. Да, манюнечка тут. Сейчас там. Конечно, по этому ковру такое себе удовольствие, да? Да
Не, ну что, оно только купленное. Жалко, я не знаю. Не, оно только купленное, оно ж на улице ни разу не было еще. Смотри, как быстро. Мама! Мама! Ну, а еще прикольная эта штука. Мама. Это сколько аккумулятор держит? А вот я себе знала. Мне кажется, честно говоря, что не особо долго, потому что, смотри, уже показывает половину. Да, подожди, Алис. Мне кажется, оно должно помочь. Мама! Что? А можно я себе царапинку покажу? Можно. Надей дальше. Ну, конечно, покажи, где твоя царапинка. Просто мы всю ночь его заряжали, слышишь, и он так быстро разрядился. Ого, царапинка, что это такое? Я не знаю, кто-то вчера из котов. Вот, посмотри. Это батон, я уверена. Хотя я не уверена, что и коты. Она ходила наверх и вернулась с царапиной. Где она ее сделала, я не знаю. Да, огромная. Глубокая просто, да. У меня ночью из нее... И крови шла, да? Нет, она из нее не шла кровь. Она и так уже засохла. Ноги в синяках? Нет, кровь. Из нее шла кровь в один раз. Но кровь уже и так засохла в один раз на ноге. Ну ты, я так поняла, не плакала, да? Кстати, я вообще подарила вот такой киндер шоколад. Так, хорошо, спасибо. Мам, смотри. Я смотрела видео, что ты купила на свои первые деньги. Это колбаса вкусная? Да. Да, я ее и завтракала, и ужинала. Но это же на свои деньги купила, ну, да. Понимаешь? Посмотрите, какая у нас сегодня красотища. Такими хлопьями идет снег. Просто вау. Алисе сейчас ехать на пилон пора как раз с Дашей. А такой погодке надо найти варежки срочно, чтобы она полепить могла. Он нападать успеет, поверь. Такими хлопьями. Хотя он, конечно, падает и сразу же тает, видите. Не задерживается надолго. Но все равно красотень. Так, у нас вечер. Стирка моя продвигается. У меня тут все было закидано вещами, которые надо постирать. Уже видим прогресс. Я сейчас очень протупила. Я постирала Алисиного Хаги-Ваги в стиралке. Вынимаю, у него нет глаз. Вот кота тоже постирала. С котом все нормально. Абсолютно. А Хаги-Ваги теперь надо в стиралке искать глаза и приклеивать. Знаете, мне это напоминает Поле чудес или Спортлото. Крутим барабан. Ищем глаза. О, один лот выпал. Хоп. Один глаз нашла. Реально придется клеить. Это надо купить какой-то клей специальный. Наверное, этот клей-пистолет. О, вот и второй глаз. Все, оба нашла. Вроде в целости и сохранности. Так, сейчас примерим. О, как будто и не стирали его. Смотрите. Запустила уже, наверное, последнюю на сегодня стиралку, чтобы не мешать спать Наде. Вот. И стираю тут еще руками. Вот это вот у меня тут уже было постирано мылом. Оставила еще немножко отмокнуть. Сейчас еще раз мылом вот это вот все постираю. Это то, что я боюсь стирать, бросать в стиралку, чтобы не испортить. Костюмы всякие Алискины. Вот такие хорошенькие очень. Это стираю руками, мылом. Фух, перестирала я эти костюмы руками. Пока стирала, знаете, мысли такие в голову лезли. Я вспоминала, как я была снежной шахматной королевой в школе, как мне мама сама этот костюм придумала, сделала. И думала, как важно вот все-таки понимать, что ребенку важно. Именно важно для ребенка. Потому что вот некоторым там сказали, да, сходишь без костюма, и забыли родители. А ребенок может всю жизнь помнить, что вот все остальные дети пришли в костюмах, а он нет. То есть важно именно понимать ребенка. Не в том плане, что там потакать его капризом, а именно знать, что для него действительно важно в душе. Вот такие всякие моменты. Вообще быть родителем – это большой труд. Фу, запыхалась я. Смотрите, все цифры собрала, сейчас осталось стрелочку покрутить, и игре все время откроются, и дети снова начнут читать. Ура! Заработала! Время пошло дальше. Нашли мы эту игру. И вот. Все вокруг ожило. И вот табилка. Классная игра? Да.